Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Хочу сказать, что халява закончилась. Вот вы видите этот раш на такой сайтик. Халява закончилась, а деньги капают. То есть, о чем я сегодня? Я сегодня хочу рассказать о том, что бесплатный тариф, он закончился. То есть, вот сейчас, если я выйду с сайта, то есть, выход я нажму. И вы видите, что здесь тариф начинается теперь, чтобы начать собирать с этого крана с 0.0075 этериумов. Ну, 1000 рублей там где-то. И при этом вы можете с этого крана собрать 0.34 этериума. Ну, вот на 0.15, если будете заходить, 0.8 этериумов, на 0.5, 2.5 этериума. И это реально, это все возможно. Смотрите, сейчас я зайду, вот я зашел в кабинет. Вы можете видеть, что деньги продолжают капать. Каждый час я собираю. То есть я вот на этом тарифе каждый час я собираю. Да, я не собираю, когда я сплю. Но, тем не менее, денежки капают, как проснулся. То есть не больше 10 часов, там 12, там 14 часов, сколько я там бодрствую. Я каждый час собираю. Что я вам могу подсказать? Если вы заходите, ну, заходите вот примерно на этот тариф. Здесь сбор идет в час 40. И либо вот на этот тариф, но здесь можно так по-жирненькому взять. Здесь раз в 4 часа сбор идет. Именно раз в 4 часа, 6 раз в сутки можете подойти к своему компьютеру, нажать кнопочку. Вы видите, с каких сумм здесь можно собирать. То есть у меня вот примерно собирается за час. За час у меня собирается вот такая вот сумма. Одна тысячная эфира. 0.0012 ЕТХ. Это у меня за час. Это за час 40 собирается, а это за 4 часа. Ну, соответственно, вот эта сумма, если кто-то осилит, если кто-то пожелает, это вообще вот шикардос. И здесь можете подсчитать. Здесь получается раз в 6 часов, по-моему. Если я не ошибаюсь, можете зайти посчитать по времени, что вам более выгодно. Можете вообще скооперироваться с кем-то и здесь вот деньги эти выводить. То, что деньги здесь капают, это 100%. То, что деньги здесь выводятся, я вам могу показать свой кошелек. Вот кошелек. И это выводы. Это выводы именно вот отсюда. Вот это я все выводил. Вот 0.02, 0.008, 0.005. Вот каждый час, то есть когда время есть, я захожу, ввожу. Пополнение у меня было вот 0.015 я заходил. В принципе, каждый может себе позволить. И если у вас есть время или вы работаете в паре там с кем-то, можете подежурить у компьютера и с 0.15 поднять вот, такой бонус. Опять же, я никого не призываю делать. Но с другой стороны, если вы хотите приумножить свои денежки, то вот тот вариант, когда можно деньги приумножить, тот вариант, когда это все работает. Тем более здесь сейчас остались именно те люди, которые непосредственно уже сюда вкладывают и зарабатывают на этом сайте. Ну, своеобразные такие инвестиции в кран. И вы можете проверить именно вот этого админа по кошельку. То есть вы можете зайти в Etherscan и посмотреть, что сейчас люди уже заходят и на 5 эфиров, и на там более большую сумму. Ну, на 100 эфиров еще никто не заходил, а вот на 5 эфиров это точно 100% люди заходят. И на 1 эфир люди заходят и собирают с этого крана, приумножают свои эфирчики. Ну, как результат, как вариант заработать. На этом заканчиваю. Кому понравилось видео, ставим лайки. Кто уже занимается этим, можете писать комментарии свои. И ссылочка на регистрацию будет под этим видео. Всем привет!